Вот Влад, отдыхаем. Вот смотри, такое, короче, в Германии такое озеро есть. Вот вода, на лодках кататься можно. Вон на лодках спуски. Мы тоже сегодня катались. Там пригорок такой, душ, туалет. Все дела. Вот так в палатке байкеры отдыхают. И просто люди. Вот наша палатка. Вот сколько палаток. Вот здесь грилить можно. В таких местах он у нас свой стоит, где мы грилили. Вот специальные домики. Кто шашлычит, кто уже пиво пьет. Вообще хорошо. Вон там вигвам ставят. Дальше. А так природа, погода, все классно. До завтра с ночевкой приехали. Погода жарко, чуть ветрено. Завтра дождь обещали, но не знаю, как он будет. Так все нормально. Вечером, наверное, пошумнее будут, потому что много вон столиков уже пиво, виски пьют. Мы тоже пиво пили сегодня, планируем тоже хорошо посидеть, на гитаре поиграть.